все переживают за блокировки Инстаграма, а я переживаю, блядь, я переживаю. За кого? За нас, девочки. Что без фильтров-то теперь делать? А девочки ли? Это по голосу-то я не знаю, может, мне кажется, но что-то мне что-то как-то какие-то сомнения закрадываются там. Ну, с фильтрами еще, наверное, какое-то было спасение, но ужас какой, ребята, ужас. Остерегайтесь, берегите себя и будьте счастливы.